детским запалом спортсмены соревнуются в вольной борьбе. На татами самые младшие члены клуба «Мангуст» – дети от 7 до 10 лет. Сегодня у нас проходит внутреннее первенство спортивного клуба «Мангуст» в самой младшей возрастной группе. Это 2007 год рождения и младше. Здесь ребята от 7 до 10 лет участвуют. Это новички, либо ребята, которые занимаются борьбой совсем недавно. Сегодня на базе нового филиала на поселке Котовского спортивного клуба «Мангуст» проходит такое внутреннее первенство, в котором участвуют все детки всех филиалов. Это городского филиала, который расположен на проспекте Шевченко, а также ребят с Южного, которые уже тоже вступили в спортивный клуб «Мангуст». Соревнования проходят в новом зале на поселке Котовского. Это еще один филиал, который открыл спортивный клуб «Мангуст». Открываем зал в регионах, в областях. Мы открыли вот зал на поселке Котовского. У нас есть зал, сейчас на Пионерской открываем зал. Зал в Большой долине, в Авидеополе. Поэтому пытаемся выходить за рамки не только как бы города, и за рамки области. Хочется, чтобы побольше детей занималось данным видом спорта. Встречу по баллам одержал Майстренко Алексей, стал чемпионом своей категории. Такие соревнования будут проходить каждую неделю. Победители примут участие в городских, областных, национальных и международных чемпионатах. Ты сегодня выиграл? У меня сегодня первое место. Первое место? Ничего себе! А как удалось? Пару приемов, подсечку и все. И соперник... Я сначала проигрывала, думал, что я вообще проиграю. А тут открылась форточка и начал увидел, что форточка у него открыта рука. А я начал подныривать и начал его поднимать на второй этаж и кидать. Я хотел бы пожелать, чтобы они тренировались и добивались успеха в борьбе и во всем остальном. Опытные спортсмены уверены, главное в их виде спорта – регулярные тренировки, хороший зал, профессиональные тренеры и воля к победе. Все это есть в клубе «Мангуст». Ну, один такой из самых, можно сказать, сложных видов спорта. Там любой вид борьбы очень сложный, в нем очень много надо поработать. Тебе надо учить приемы, быть физически готовым, морально готовым постоянно к турнирам, постоянные турниры. Это, на турнире у тебя может быть около 5 схваток за день. И ты ждешь каждую схватку, на каждую надо настроиться, быть физически готовым и морально готовым. Всех победителей ждали медали и дипломы. Для многих сегодня это незабываемый день. Первая победа и первая медаль.